На этой неделе Кабмин наконец-то утвердил и порядок перемещения товаров через линию фронта на Донбассе. Довольно подробный документ из 43 пунктов, в которых расписаны многие детали того, как же должен происходить товарообмен с оккупированной территорией. И хотя этот порядок как раз и должен был ответить на многие вопросы, в том числе и организаторов блокады, на самый главный вопрос он все-таки не отвечает. Почему этот документ принят только сейчас, 1 марта 2017-го? Все-таки третий год войны уже идет.